Здравствуйте, уважаемые зрители и гости моего канала. Получила посылку за февраль еще одну. Эта посылка мне отправлена была, по-моему, 9 февраля, и сегодня 22 февраля, она уже у меня. А сейчас будем делать распаковку вместе с вами, как всегда. Показываю все, как оно есть. Как... Не рассчитали немножко, потому что здесь пол коробки еще было воздуха вот такого намотано. У меня еще одна пачка соды. Я в предыдущей посылке своей рассказывала про соду, как я ее принимаю, как я ее пью. Одну чайную ложку заливаю кипятком, добавляю немножко холодной воды чистой и принимаю утром натощак. Эта сода с Америки чистая, на нее даже поднялась цена из-за такого спроса. Сейчас многие люди принимают соду и хотят принимать чистую соду. У нас добавляют алюминий, в общем, не чистая у нас сода. Эта сода, она и в выпечке хороша будет. Не будет ярко выраженного привкуса соды, ее можно не гасить. Вот. Это у меня уже четвертая пачка, вот в двух посылках, вот три там и одна здесь. Еще эта марка Frontier очень хорошая. На нее часто делают акции и скидки, или акция как раз на тот момент была, я уже не помню. Я взяла белый лук в порошке. Я брала лук и кусочками там сушеный. Это сушеный лук, у них очень хорошие специи у марки Frontier. Я уже его брала, это органический, есть неорганический, он чуть-чуть подешевле. Ну, там цена сильно не отличается, поэтому я взяла органический. Не намного там дороже получается. Здесь 453 грамма, мне этот лук очень нравится. Он дает такой вкус, такой домашней еды получается вкус. В любые блюда можно добавлять, на нем можно обжаривать как вместо муки, его использовать даже. Получается очень вкуснее, чем с мукой. Какие-то можете свои блюда готовить. Во многих случаях можно его использовать. Очень качественная марка, очень качественные продукты. Здесь у меня еще от Frontier. Я давно хотела заказать, я еще не заказывала. Это немножко дороговато. Дороговатые такие специи. Это сушеные овощи. Здесь у нас входит сушеный лук, томатные хлопья, сельдерей, белый перец. Здесь есть морковка, петрушка и зеленые... Горошек, наверное. Да, зеленый горошек. Сейчас мы посмотрим, что там. Зачем нам читать. Нам не надо даже уметь читать, чтобы понять, что здесь. Человек впервые учится кушать, есть чем читать. Да. Аромат такой. Я его взяла специально, чтобы добавлять при приготовлении там. Да, здесь есть зеленый горошек. Добавлять в какие-то свои блюда, в суп, в борщ, я думаю, можно добавить. Здесь даже кусочки картошки есть. В принципе, это уже готовая смесь для супа. Я думаю, что можно даже, если оно хорошо растворяется, брать на работу и делать суп такой, без всяких добавок, подсластителей, подвкусителей, ароматизаторов. В общем, очень натуральная смесь. И петрушка здесь, и морковка, и лучок сухой, и даже вот такие чипсы помидорчиков. Я еще брала, по-моему, порошок. Не помню, у меня, по-моему, в какой-то посылке идет томатный порошок такой, как тоже хорошая вещь, особенно на зиму. Но зима заканчивается уже, мы ждем, когда наступит лето. Но все равно, я думаю, вот эта смесь, она будет разнообразить как бы вкус. Даже я собираюсь, ну вот если бы тут, конечно, тут еще горошек и картошка, вот это мне смущает. Я думала добавлять как бы в каши, например, когда готовишь кашу, чтобы вкуснее было, вот эту смесь положить. Ну, я думаю, вы как-то... Вы хозяйки хорошие, вы придумаете, как можно использовать эту смесь. Но здесь готовое, я смотрю, как бы состав даже для супа, быстро супа такого. Если оно хорошо будет растворяться, а в принципе специи Сайхерб вот этой марки, специи Frontier, они очень свежие и сочные. И немножко добавляешь только их в воду, они сразу превращаются как будто в свежие овощи. Я брала, у меня есть, например, специя, я люблю, беру пицца приправа большая такая, ну, она для всего подходит, называется пицца. У них очень классная, самая универсальная такая, там такой состав, и чесночок, есть и травы итальянские всевозможные, ее и на пиццу можно, и во все блюда. Так там есть тоже красненький такой перчик какой-то, он вообще превращается почти в свежий. Поэтому я давно хотела эту специю такую, как этот наборчик. Ну, здесь написано «суповая смесь», он называется. У меня такая есть зажимы хербовские. Я сейчас зажму, то, что пахнет он на всю комнату. Вот, рекомендую вам тоже пробовать. Чай, я вот этот самый хороший по цене и по качеству мне нравится, он не сильно крепкий, от Сандалфур. Я беру Дарджилинг, вот решила попробовать еще чистый цейлонский чай, он, наверное, будет покрепче, но у них не очень сильные чаи, они не окрашивают посуду, не окрашивают зубы, там не темнеют. Чай органический, Сандалфур, у них еще много всяких сладостей, варенья, сухофруктов, так что обратите внимание на эту марку, у них очень хорошие цены, и даже у нас бывает в некоторых магазинах продают
варенья этой марки. Всевозможные у них интересные такие варенья без сахара, с яблочным виноградным соками. Очень классные составы и хорошая цена на них. Это марка французская, органические у них продукты очень хорошие. У меня тут вкусняшек много, целая посылка. Что-то я решила себя побаловать, видимо. Потому что пока доходят посылки, уже забываю, что ты заказала. Оказывается, не зря я ждала эту посылку. Это новый шоколад. По-моему, именно этот шоколад мне рекомендовали мои любимые подписчики. И я его все никак не, у меня не помещался в посылку. Но на этот раз поместился, видимо. И я раскошелилась на этот шоколад. Сейчас мы посмотрим. Это интересный шоколад. Это марка на Эхербе уже давно. Я даже не буду сейчас ее выговаривать. Эндегерет Спейси. В общем, короче, поняли, как я выговариваю. Сразу повышается настроение, когда видишь шоколад. И начинаешь шутить. Здесь вот такие обломочки шоколада. В принципе, часто шоколад с Эхербе приходит весь покрошенный такой. У них есть разные такие шоколадки. Он, как видите, такими как осколочками. Черный шоколад с солью и фундуком. Шоколад довольно вкусный. Ну, этой марки шоколад вообще качественный шоколад. Я брала. И он в таком пакетике приходит. Здесь 133 грамма. Обычно плитки там по 85 грамм, по 56, по 150 грамм очень редко бывает есть шоколад, а здесь 133 грамма. Довольно хороший вес. Тогда была еще, по-моему, скидка какую-то, я скидку получила, потому что всегда радует, когда какую-то можешь получить скидку. Еще у меня здесь есть шоколад проверенный. Тоже, кстати, от этой марки. Я его уже брала. Мой любимый шоколад с вишней. Я люблю шоколад с вишней. Все люблю с вишней. Даже больше, чем, наверное, с орешками. Шоколад почти целенький, ну вот как я и говорила, он может в такой посылке болтается и расколоться. Вот так он выглядит. Очень вкусный шоколад, черный, он не сильно сладкий, такой вот очень вкусный шоколад. Это защита животных, по-моему, переводится. Здесь на каждой шоколадке какое-то животное нарисовано или там птица. Здесь птичка нарисована, попугай, по-моему. 72% какао, это очень черный шоколад, очень хороший. Составы у них тоже очень хорошие. Рекомендую вам обратить внимание на эту марку. Я думаю, вам тоже понравится, если вы еще не брали этот шоколад. На сайте там есть несколько марок, много марок, которые продают шоколад. И если вы еще не знаете, если вы только познакомились с Эхербом и только начали заказывать, я вас хочу предупредить, что летом шоколад на Эхербе не продается. Поэтому наслаждаемся, пока холодная погода, по-моему, с середины июня до середины октября вы не сможете заказать шоколад. Сезон жары Эхерб не отправляет, потому что шоколад он может растаять, будут проблемы, нужно будет, могут жаловаться некоторые, чтобы им возместили за него. Поэтому шоколад вот именно в таком виде. Все, ну, даже не только шоколад, все то, что тает. Даже там желатиновые всевозможные витамины, которые такие могут растаять, все, что может склеиться. Запасайтесь шоколадом, он очень качественный, такого у нас нет, по крайней мере, качества. Пока это можно сделать. Я сейчас покажу еще, как шоколадка выглядит. Так она выглядит, красивая шоколадка. Вот такие батончики, они идут по акции. Если вы добавите в свою корзину вот такой батончик от Калифорнии Gold, любой из батончиков, который в разделе пробников, то вот эта коробка вам выйдет дешевле намного, в два раза идет скидка на нее. Это коробка из 12 баров протеиновых батончиков. Я уже заказывала этой марки другие батончики, я уже заказывала, орехи и морская соль. Поэтому я его взяла, и еще у меня в двух посылках, по-моему, еще идут эти батончики, пока они были по акции, я взяла. Потому что такие батончики 20 чем-то долларов стоят, протеиновые батончики на сайте, в основном очень дорого. Здесь 12 вот таких протеиновых батончиков от Калифорнии Gold. Это комбинированная, получается, скидка была на них. На них, по-моему, сейчас тоже она работает. Так они, по-моему, 17 долларов стоят, а я их взяла за 7 долларов и даже еще какую-то пачку еще дешевле взяла. Вот такие щедрые на свои бренды. У Эхерба есть свои дочерние бренды. Я даю ссылочку на них тоже. Там смотрите под видео. Все ссылочки есть. У них они всегда делают хорошие скидки. Вот была до среды. Вообще скидка 20% на них. Плюс там промокоды действуют. Сейчас посмотрим, что это за батончик. Я арахис не очень люблю, но по скидке шел только он. У них еще есть другие. Еще один вариант батончиков. Какой-то такой, видимо, будет тягучий, как ириска. Он такой липкий, тягучий, как ириска. Его сейчас разломаю. Да, вот он выглядит как ириска какая-то. Он не сладкий, и это хорошо. Он как
по вкусу, видимо, как арахисовая паста, просто такая загущенная и не сладкая. Как здоровый такой перекус, если хочется сладкого, он очень подойдет. Кто спортом занимается, они любят это дело. Обратите внимание на эти батончики, они довольно вкусные. California Gold их сделала и раздает их практически даром. За 12 батончиков я заплатила где-то $7, по-моему. Может и дешевле даже, потому что там один раз получилось даже дешевле. Вот так я разломала. Он такой тягучий, если вы, конечно, не очень любите. Но он похож чем-то на ириску со вкусом арахиса. Ну, как арахисовое масло. И еще шоколад здесь есть. Черный шоколад, видимо, дарк шоколад и арахис здесь. Он малокалорийный, не сладкий. Еще здесь и сладости. Я уже такие вишни заказывала. Они не очень дешевые, я их редко заказываю. Это вишня в шоколаде. Просто, по-моему, была акция на сладости, на продукты, и я вот заказала. Вишни очень вкусные. Вот такие вот в черном шоколаде, здоровенные. Чистый черный шоколад и вишня. Очень вкусные. Это хорошая марка, у них очень много сухофруктов. Есть у них просто вишня без шоколада, есть другие ягоды в шоколаде и без шоколада. В общем, обратите внимание. Ссылка будет под видео. Вкусняшка. Это батончик, который я заказала, уже у меня по акционной цене он не шел, но чтобы заказать вот эту упаковку протеиновых батончиков, я заказала вот этот с черным шоколадом и морской солью. Это кокосовый крем, вместо кокосового масла я его использую, мне даже больше нравится, потому что он менее жирный, чем кокосовое масло. Кокосовое масло я тоже покупаю, сейчас у меня в следующей посылке кокосовое масло идет. Вот этот крем, я его добавляю в основном кашу, если мне надо молоко сделать там для теста или там для блинов, для блинчиков, я вот где-то беру 2 чайные ложки в теплую горячую воду, добавляю вот этот крем. Я его, конечно, здесь он расслоился на масло и на мякоть. Нагреваю его на батарейке, потом переливаю в баночку. И уже потом оно в баночке равномерно застывает, потому что я его перемешиваю, оно мягкое. И потом уже добавляю там чайную ложечку в кашку, молоко делаю, можно выпечку добавлять. Жарить на нем не получится, потому что здесь мякоть будет пригорать. Жарить можно на чистом масле. Здесь масло всего там, даже третьей части. Где-то нету даже третьей части. Ну, здесь мякоть. Поэтому оно не такое калорийное и жирное. Можно сказать, очень диетическое. Кокосовое масло вообще, оно диетическое. Оно выводит с организма, вот этот целлюлит убирает, потому что выводит жиры, застоявшиеся старые жиры с организма. Кетоновая диета есть еще такая. Там тоже кокосовое масло применяется. По акции, по-моему, был вот этот чай. Я заказывала уже несколько видов чая. Это Now Foods марка. Это ройбуш. Ройбуш очень полезный. В нем особенно для женщин он очень полезный, он без кофеина, он все равно какую-то бодрость дает, и он полезный женщинам, потому что в нем содержание много железа, имеет такой приятный аромат. У них очень интересная упаковка, потому что они травяные чаи продают, которые часто сыпятся, вот. И они вышли с этой ситуации, они делают вот такие пакетики, которые легко разрываются и не просыпается чай. Мне очень понравилась эта идея. Я уже брала Паударка Лапача чай. Есть Паударка, мы в капсулах пропиваем курсом, противовоспалительное, для иммунитета поднимает. И у них есть Паударка, это кора дерева, и есть она в чаях. Очень удобно заваривать, потому что во время простуды Паударка можно пить, можно для профилактики. И еще я розу Каркаде брала. Тоже очень хороший, мне понравился, очень качественный чай. И поэтому я заказала еще вот этот. Потому что я обычно черный только заказываю, но решила еще восполнить свою коллекцию ройбушам. Ройбуш, ройбос его и называют, кто как. Я ройбуш, мне как-то так больше к выговариванию подходит. И такое дерево есть, по-моему, в Африке. Тоже оно очень полезное, содержит очень много всего, много очень полезных веществ. Это как витаминный, можно сказать, напиток будет. Можно добавить стевию в него. Он не имеет никакого такого привкуса кислого. У него такой аромат древесный немножко, у него вкус. У меня 2 дезодоранта самых таких популярных. Это мой любимый Real Purity. Я им регулярно пользуюсь. Меня его просят заказать. Сейчас он подорожал, уже поднялась цена. Уже он стоит почти $14. Видимо, он очень популярный. И его берут уже за любые деньги. Он очень хорошо работает. Это уже не реклама. Не поднимали бы на него цену, если бы не было такого спроса. Это дезодорант, который, в отличие от всех натуральных дезодорантов, он и хорошо справляется и с запахом, и с влажностью. Обратите на него внимание. Может, кому-то он, конечно, не подойдет, но я очень люблю этот дезодорант, и я его даже
по любой цене буду покупать. И Шмидт самый такой популярный дезодорант. Меня его просят постоянно заказать. Бергамот и лайм. Он на соде. Есть еще у них для чувствительной кожи, у кого на соду какая-то реакция, у них есть еще для чувствительной кожи. Он на натуральных маслах. Очень хороший у него натуральный состав. Он уже, хоть он недавно на сайте, но уже его полюбили все. За это я заказала мыло с пенкой. Пенящееся мыло с лавандой. Оно натуральное антибактериальное мыло лаванда. Не знаю, почему я лаванду заказала. Наверное, других ароматов не было. Попробую, что это за мыло. Здесь оно... без триклозана, но несмотря на то, что оно без триклозана, у нас же вот эти, которые антибактериальные продают мыло, оно с триклозаном, он вредный. Здесь мыло без триклозана, здесь какое-то масло добавлено, которое является антибактериальным за счет масла. 280 миллиграмм, крышечка откручивается, и когда это мыло закончится, можно взять черное африканское мыло в жидкой форме от Dr. Woods, по-моему, марка, вот у меня оно есть, я его заказываю сейчас постоянно, добавить немножко воды, потому что, чтобы оно пенилось, видите, оно жидкое довольно такое, чтобы пенка получилась, оно не должно быть густое. И получается, что можно будет повторно использовать этот дозатор. Он создает пенку. Интересная штука. До апреля 2019 года свеженький. Бальзам для губ лечебный, можно сказать, увлажняющий бальзам для губ Carmex. Я еще эту марку никогда не заказывала. На Эхирбе она тоже появилась недавно. Это очень такая популярная марка. В наших магазинах она стоит намного дороже, чем на Эхирбе. Продают ее, можно сказать, по спекулятивным ценам. Я этот бальзам так попробовала уже на губы. Имеет плотную такую консистенцию. У него SPF 15. Он с клубничным ароматом. И у него еще есть защита 80 минут от воды. Ну, можно в воде его использовать, ну, как все UV-фильтры. Бальзамчик имеет такой приятный аромат. Мне, в принципе, он понравился. Такой имеет плотную консистенцию защитную. Увлажняет. Есть еще у них лечебные всевозможные бальзамы от этой марки. Вот такой, как можно сказать, как вазелин. Немножко такой гелевый, прозрачный. Еще в этой посылке у меня вот такой крем Еос. Это лосьон для рук. 24 часа. Увлажнение 90% натуральный. Можно его подарить на подарок. В принципе, такая довольно... красивая упаковка большая. Состав у него тоже хороший. Пишут, что хороший лосьон. Он, конечно, не крем, видимо, а такой питательный. Но вот именно, чтобы увлажнить кожу, он очень хорошо будет работать. Я еще такой не заказывала. На сайте эта марка уже появилась давно. У меня был бальзам от Eos для губ. Ну, есть он. Мне на обзор присылали, поэтому Evit Minus марка. Поэтому у меня до сих пор есть. Я, в принципе, знаю, что он себе представляет. Такой кругленький бальзамчик. Сильно натуральностью, по-моему, он не блещет, как мне показалось. Он больше такой, как с ароматизаторами. Сделано в США. У этой марки есть бальзамы, там лосьоны всевозможные для тела, бальзамы для губ. И вот такие лосьоны для рук. Они пользуются популярностью. С разными ароматами. Есть там свежие ароматы, здесь свежие цветы. Есть там цветочные, огуречные, по-моему, есть. Кто не знал, то на Эхирбе есть эта марка. Это сбор какой-то для почек от Solaray марки с кукурузными рыльцами в составе. Он хорошо еще действует при циститах. Профилактика мочекаменной болезни, видимо. В общем, очень хороший состав. Мне понравился. Я периодически курсом пропиваю вот такие сборы для почек, чтобы было. Потому что надо не забывать про наши органы такие. Принимается, как все такие составы. Он 3 капсулы. 2 капсулы 3 раза в день. Здесь 100 капсул. Я пропиваю банку полностью. Вот, например, 6 капсул в день. И вот насколько мне хватает, я курсом пропиваю периодически. Вот, мне нравится так пропивать. Дунква. Это такая женская травка. Она еще для иммунитета очень хорошо пропивать ее. Можно оставить ее даже, если какие-то простуды пропить. Она тоже повышает хорошо иммунитет. Я пропиваю женский комплекс уже несколько месяцев. Там всякие у меня женские добавки, травы. И вот этот я забыла включить. Заказала даже повторно себе немножко не то, что мне надо. Кошачий коготь, который у меня и так был. И вот сейчас я добила, да заказала вот Донква. Нормализует цикл, нормализует гормональные проблемы, убирает миомы, опухоли, ну, всякие там. И у кого повышенный эстроген, тоже она очень хорошо действует на все эстрогенозависимые заболевания. Когда я на тот момент делала заказ, была по акции какая-то, дорогой очень препарат от аллергии. Он был с хорошей скидкой, я его заказала, потому что идет
сезонная аллергия, идет сезонные какие-то цветения, которые надо уже начинать профилактически какие-то принимать препараты. Я в основном принимаю кверцетин, фарскалин, еще хорошо бы посоветовала при аллергии. Именно этот препарат я вспомнила, он часто при аллергии у многих проблемы с глазами начинаются, раздражаться глаза, чешутся, покраснение. И именно здесь подобранный состав, я так поняла, ферментативный. Часто не хватает в организме ферментов, еще тоже бывает аллергия из-за этого. И вот этот состав особенно подходит для глаз. Но я думаю, он подойдет при сезонной аллергии не только для этих целей, но здесь идет упор, здесь в составе что-то такое есть, что именно для глаз очень хорошо будет работать. Еще у меня две банки здесь рутина. Это дешевый рутин. Я его как-то пропивала, но несерьезно к нему относилась. Он, как и кверцетин, в принципе, работает. Для сосудов очень хороший. Может даже при аллергиях помогать. 500 миллиграмм здесь. Он недорогой препарат, кстати. Он хорошо работает на сердечно-сосудистую систему. У кого варикоз, нужно постоянно принимать, укреплять стенки сосудов. Это натуральное вещество, которое, в принципе, как и кверцетин, нам очень нужно. Он очень хорошо помогает, у кого чувствительность к погоде, метеозависимость. Рутин при постоянном длительном приеме, он убирает вот эти все неприятные симптомы. У кого-то там гипертония еще начинается. Ну, в общем, рутин вот для, хорошо очень для, у кого проблемы сосудов. В принципе, не повышает, не понижает давление, но он укрепляет стенки сосудов. Поэтому я вот заказала аж две банки. Еще его закажу, буду пить постоянно, потому что я еще прохожу курс для сосудов. Вот такая была у меня посылочка с сайта iHerb. Сейчас идет до конца февраля скидка 5% по промокоду, который я оставлю под видео в описании или в комментариях. Смотрите, я оставляю все новые скидки и акции. Спасибо, что используете мой купон HGS024 при первом вашем заказе и при последующих, если мне будет приятно, если вы будете его использовать. Спасибо за внимание. Всем здоровья. До свидания.